Несколько дней в регионе работают представители Общественной палаты Российской Федерации. В поле зрения капитальный ремонт многоквартирных домов, индивидуальное жилищное строительство, дорожная инфраструктура, реформа твердых коммунальных отходов и качество воды. Какие выводы сделали столичные гости? В областном центре в пятый раз прошел международный турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера России Николая Ярошенко. На церемонии открытия сотни участников приветствовал трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Что получили на память от легендарного спортсмена юные борцы? 30 лет в браке, 7 детей, 10 домашних животных и полная идиллия. Международный день семьи, знакомимся с четой Кривобоковых и их детьми. Семейное счастье по-белгородски, какое оно?